Вот сампер, да, который играем в мобильный самп и в мобильный крэмп, мы не знаем, чего нам в целом можно ждать от Ковалевского. А, заходите в основном вы, а я типа такой просто смотрю и такой типа, а, ну типа зашло и зашло, или там типа, а, ну то есть мы зашли, и мы можем зайти, мы можем поиграть вроде как во все это, и давай-ка... Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я вас тут всех, как и полагается, приветствую. Давно не было каких-то таких, знаете ли, новостей от меня или чего-то прочего. И вот всех вот этих, знаете ли, прочих вещей. Потому что, ну, в самом деле, я был занят другими вещами и всем прочим. Но тут, знаете ли, кардинально ничего нового-то и нету. Я просто с вами обсужу возможный выход к РМП Мобайл. Там, я не знаю, от Ковалевского, от вот этого вот всего Радмира Геймс, от вот этой вот всей сети и так далее. Потому что у меня уже был подобный видеоролик, и он, как вы понимаете, набрал, ну, неплохо так просмотров. А главный закон ютубера какой? Если что-то набирает просмотры, то... Ну, в общем, куй железо, пока горячо. То есть, пока это что-то набирает просмотры, то обо всем этом нужно рассказывать. Я уже рассказывал вам о вот этом, вот, знаете, Arizona Mobile, обо всех остальных, там вот этих вот, знаете, КРМП и GTA самповских Android проектах. И вот часто меня говорят, вот, расскажи, ну, вот что там, скоро там у Ковалевского все будет, не скоро там у Ковалевского, вообще, что ждать-то от всего? Ну, ты расскажи, ну, уж более-менее, так как это нас познакомит со всем, потому что мы вот, как обычные такие, знаешь ли, люди, как обычные такие, я не знаю, какие-то вот самперы, да, которые играем в мобильный самп и в мобильный крэмп, мы не знаем, чего нам в целом можно ждать от Ковалевского, от Redmir Games, вообще, то есть, правда ли вообще вот эти вот все слухи насчет того, что там скоро выйдет крэмп мобайл, скоро там выйдут всякие прочие штуки от Ковалевского, возможно, не знаю, GTA самповский сервер, да, тоже выйдет туда же, но это, конечно, маловероятно. Сегодня мы просто обсудим то, вот как скоро мы сможем хотя бы зайти на открытое бета-тестирование этого самого Радмир КРМП. Хотя кто мы, если заходите в основном вы, а я типа такой просто смотрю и такой типа, а, ну типа зашло и зашло, или там типа, а, ну не зашло, ну значит так бывает. Такое в принципе бывает, с этим ничего особо такого сделать-то и нельзя. Вот, поэтому вот, ну как-то вот так вот. И вы знаете, Евгений Ковалевский, это основатель вообще всей вот этой, знаете ли, сети Радмир Геймс, Радмир Ролиплей, Радмир КРМП, Радмир там GTA 5 и вот все-все прочего. Основатель вообще в целом всей этой сети, вот это вот, знаете, такой батька, такой вот, знаете, батек, который там все знает, как делать, все знает, как нужно вообще устроить и так далее. Он, в общем-то, выпустил скриншот, и многие сразу же поняли, что это скриншот с мобильного сервера КРМП, там Радмир РП, КРМП, Android и все-все-все прочее. Ой, да этот Радмир КРМП, да господи, да че он сможет-то там вообще? Ну и меня-то хоть не смешите, в самом деле, ребят, ну чё он там смог? Ой, бля, я эти серваки все знаю, ничего он не сможет, я вам говорю. И вообще он подписал, знаете, как лайк, если ждете того момента, когда зайдете на свой аккаунт с телефона. Давайте узнаем, сколько нас. И лайкнуло примерно 7000 человек. И узнать, сколько из вот этих вот всех 7000 настоящий онлайн Радмир РП, потому что, возможно, просто там, знаете, люди листают новостную ленту, видят, о, что-то нам Евгений Ковалевский написал, что много букв, много цифр, зачем буквы вот эти вот все читать? И просто такой лайкнул, ну и все, на отъебись. А в целом пост собрал там, ну давайте округлим, 100 тысяч просмотров. То есть сейчас там 86 тысяч, а выйдет ролик, будет там, я не знаю, уже больше, возможно 90, возможно 1 000 000 тысяч, всех вот этих вот вещей. И вообще в целом, то есть мы видим, что вот какие-то вот такие скриншоты, они уже есть. Обычно, когда выкладываются такие скриншоты, это значит, что работа более-менее началась. То есть там начали уже заходить первые дескриптеры, там, я не знаю, мапперы, там все вот эти вот люди, которые переводят там компьютерный Радмир КРМП на мобильный Радмир РП, КРМП и вот на все-все-все вот это вот прочее, и хотят вообще поделиться тем, что, о, мы зашли, и это, оказывается, все работает. То есть мы зашли, и мы можем зайти, мы можем поиграть вроде как во все это, и давай-ка мы такие, типа, немножечко, так, знаете, выпендримся и опубликуем этот скриншот на страничке Евгения Ковалевского. Или там, наоборот, Евгений Ковалевский такой заходит и говорит, о, так это ж круто, я же могу зайти и в целом, то есть, все вот это вот сделать. Вообще, из имени Евгения нужно убрать две первые буквы, чтобы получился просто гений, да, то есть гений такого маркетинга, гений таких вот, знаете, всех вот этих вот скриншотов, все-все
всего вот этого, знаете ли, прочего, и вообще, то есть там много всего. Это объясняется тем, что на Redmir RP KRMP, там у них сколько, 12-13 уже серверов, которые более-менее как-то там, я не знаю, все зафулено, все как-то сделано, и вроде как все это, ну, работает. Вот, там, X3, вот эти вот все прочее. И можно сказать, что мы еще не скоро сможем на все это посмотреть, как минимум, а должны будут пройти там ZBT, там, я не знаю, потом, возможно, откроется какой-нибудь OBT, там, да, для всех, куда все могут зайти, а уж конечный релиз, но это я извиняюсь, это, наверное, уже будет, ну, долговато до всего этого, поэтому нужно ждать и еще раз ждать. А на данный момент я хочу напомнить, что поиграть в Redmir KRMP никаких слитых файлов, ничего-то там прочего нету, поэтому если вам кто-то в интернете в нашем всемогущем предлагает, знаете ли, скачать какой-то файлик, то скорее всего это, ну, вирус. Это, конечно, не точная информация, но я вот так, знаете ли, исходя из своего личного опыта работы с людьми в интернете, вообще я на ютубе более уже там сколько, 7-6 лет, я уж точно не помню, и могу сказать, что, ну, скорее всего это какой-то, ну, обман. Я, конечно, не эксперт, я, конечно, в точности в этом не уверен и уверен быть не могу, но что-то мне подсказывает, что до Redmir KRMP на вот телефон, на Android нам еще долго, а уж на iOS, ну, этого вообще, я думаю, а можно будет не ждать, ну, наверное, никогда, если только Apple как-то не изменят свою политику или не найдут какой-то обход вообще всего вот этой вот экосистемы, всего-всего прочего и так далее. А вообще на этом, это на самом деле все, что я хотел тут сказать, потому что, ну, мне больше действительно уже нечего говорить. То есть все, я вроде как уже более-менее все сказал, и вот, и как-то более-менее все. Вот, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!